стены, и же везде бесы, и вся исполняя сокровищу благих, и жизнеподателю приди, вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови нас на занятия, и не допусти нам уклониться в неправильное понимание Слова Твоего Святого. Прибудь с нами и благослови. Аминь. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 по 45 стих. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был к человеку убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю вам, то не верите мне. Сказал. Толкование. Сказал, вы не можете слушать слова моего. Вместо не хотите. Потом приводит причину, по которой они не хотели слушать. То, что у них свой отец именно дьявол. Хотя вы безумные приписываете себе в дети Богу, как отцу своему. Но дела ваши свидетельствуют, что дьявол для вас есть отец более родной. Вы хотите исполнять похоти его. Не сказал дела, но похоти, показывая, что они очень склонны к лжи и убийству. Двум видам зла, кои весьма свойственны дьяволу. Он был человек-убийца от начала. Посему и вы, ища убить меня, уподобляйтесь ему, убившему Адама. Он в истине не устоял, но есть отец лжи. И вы, когда лжете на меня и говорите, что я не от Бога, не стоите в истине и не пребываете в слове моем. Вы дети его. Родившего ложь. И вы, когда лжете на меня и говорите, что я не от Бога, не стоите в истине и не пребываете в слове моем. Ибо он и людям клеветал на Бога, когда говорил Еве, что он возбранил им древо познания добра и зла по зависти. Равный Богу клеветал на людей, например, на Иова, говоря, что Иову чтить Бога недаром. Вот насколько, да, дьявол, он в безумии. То есть вот какой ангел, да, управляет, вот если взять самого дьявола, управляет тьмами ангелов, там, ему подчинены они, продумывает все. Но какой глупый, что он Богу, не человек клевещет. Бога-то что? Бога-то он никогда не обманет, ничего. То есть в грехе вот в этом и глупость просто страшная, безумие. То есть идет на попрание, знает, что ему ждет гиена огненная, и ничего кроме нее не ждет. И все, ничего, не отказывается от этого, и остается в этом. То есть какое безумие, грех и гордость. Полнейшее безумие. Когда он говорит ложь, говорит свое. Люди, когда лгут, пользуются как бы чужой ложью. А дьявол употребляет ложь как собственность, ибо она его порождение. То есть это его придумка, такая ложь. И лжец в собственном смысле, и отец лжи есть он сам. То есть я поясню, мир вообще так устроен, что лжи нету в нем. Ну, имеется в виду вообще, вот так Бог создал такой мир, в нем лжи никакой нету, нет такого вообще. То есть все, там, вот это голова, земля это земля, вода это вода. Это даже не может творению в голову прийти, ну там вот назвать что-то по-другому, или ты пошел, а сказал, что другое, ну то есть обмануть. То есть это дьявол придумал искажать. И мы вообще это только от него знаем. То есть если бы дьявол это не придумал, мы бы это не знали даже, что такое ложь. То есть просто бы не было у нас даже в употреблении этого. Это его придумка. А дьявол употребляет ложь как собственность. Она его порождение. И лжет в собственном смысле. И отец лжи есть он сам. Он сказал Еве, в который день вкусите, будете как боги. 3.5. Бытие. А они, Адам и Ева, получили смерть. То есть стали вообще не то, что были бессмертные, как боги, а стали смертные, как животные. То есть обман дьявола произошел. А мне не верите, потому что я говорю истину. Не имея обвинить меня ни в чем, кроме истины, вы за сие самое восстаете против меня, как сыны отца лжи. Как и на Игнатия Тихоновича, не имея в чем обвинить,
он на него восстают, как сыны отца лжи. И всегда, когда кто говорит правду, его изгоняют, потому что не имеют в чем обвинить. Просто злятся. Злость. Он был человек-убийца от начала. Это вот к вопросу от убийствах на войне, казни. Вот откуда это идет. Человек-убийца от начала он идет. То есть Бог, Творец, создал сам кого хочет, того и лишает жизни. А он право это взял на себя. Не просто, он убивает человека, человека-убийца. Авель убил первый и продолжает убивать в войнах людей. В войнах или в казнях. До сих пор. Че, вот неужели вот этого мало слова, он человек-убийца от начала, чтобы уже никак убийство не оправдывать? Вот этого мало слова, что ли? Вот как вот то, что он отец лжи, уже достаточно, чтобы никогда ничего не лгать. Все, вот никогда, ни при каких случаях. Даже во благо не лгать. То и вот этого был человек-убийца от начала, уже достаточно, чтобы никогда не убивать. Уже не думать даже об этом. Должно быть этого достаточно. Другое дело, когда повеление Божие, как мы видим в Ветхом Завете, есть четкое повеление. Но это не ты, значит, уже убил, это Бог убил. Это он имеет право такое. Тебе... Бог может отнимать жизнь, потому что для него эта жизнь не отнимается. У него все живы. Он знает, что делать. А дьявол нет такого права, у человека нет такого права. По этому стиху какие-то у кого-то, может, есть что сказать? Вопросы? Я могу сказать, я когда читала первый раз Евангелие, вот на этом стихе у меня было обращение. Вся моя жизнь в течение 10 минут промелькнулась вот так вот, как пленка перед глазами. Я поняла, что я на самом деле не служила Богу, а дьяволу. Вот когда я это прочитала. И у меня на этом было покаяние, сразу била себя в грудь, склонила колени. То есть было осознание себя погибшим грешником. Вот именно вот благодаря этому стиху Евангелия от Иоанна. И потом я когда начала говорить об этом стихе, вот другим, которые у нас православные, они не, то есть как мимо ушей. Даже их не пугает, что это от дьявола. То есть меня это задело, оно мне пронзило душу, как бы раскололо это сердце надвое. Вот если фильм «Давид», кто смотрел, там Давид, когда пришел и обличил Нафан его, да, и когда он начал плакать и лежал, и он, когда почувствовал прощение, что Бог его простил, он говорит: «Господи, ты расколол это сердце мое», да? Вот так и у меня произошло тоже внутри. Мгновенно переменение мозгов. Хороший фильм этот, «Давид». Хороший, это про Давида, как Нафан приходит к нему и обличает. Нет, я говорю, а этот фильм-то нормально, это... его стоит смотреть? Ну, конечно, это библейский, прям так, как написано в Библии. Ну, ссылку сбрось, пожалуйста. Найду, сброшу. Я его несколько раз смотрела. Там еще есть такая песня на иврите. У меня, когда сын плакал, я всегда ставила эту песню, у меня сын успокаивался. Псалмы Давида, 50-й псалом на иврите. Ну, видишь, ты говоришь, просто я думаю так, что слово, писание не обязательно одно и то же. Видишь, на каждого по-разному действует, разные места писания. Вот так раскалывать сердце там или еще что-то. Да. Вот. Нет, я говорю, как у меня было на этом стих писания, не как у другого. А просто я потом, когда показывала другим по Евангелию вот это стих писания, да, то оно как-то не касалось. То есть меня коснулся этот стих, а другого вот не касается. Другого, может, другой стих коснется. Да, сейчас да, об этом поэтому речь. Поэтому надо читать. Но еще такое, по лжи. Начало всех зол – ложная мысль. Брянчанинова есть такие слова. И они мне очень тоже запали на всю жизнь. Ложная мысль, принятая, неважно, любая, и она потом порождает цепочку лжи, ну и плоды, соответственно, ложные будут, то есть все бесплодно, все в суе, мягко говоря. Все время пройдет, там, например, систему
на ложной мысли построишь систему, она тоже в итоге тебя к краху приведет, фиаско потерпишь. Настолько вот ложь, ну, пагубная и вообще бесплодная сама по себе. Ну вот я вообще меня убежден, как это больше? Меня как больше удивило там? Там же это говорится, что дьявол есть отец лжи. А я сразу это, я же сразу вспомнила себя. Я же не хочу и лгу, значит, я что делаю? Значит, во мне живет не Бог, а дьявол. И у меня внутри меня вот что-то такое завизжало, и начало это богохульство внутри меня. И я испугалась действительно на самом деле, что ты не знаешь, какой дух в тебе. Вот когда ты исследуешь себя, ты ужасаешься самого себя. Вот если ты признаешь, вот, что ты лжешь, что ты лжешь, да, да, там кого-то судил, сказал что-то, обидел ближнего брата твоего. Если ты это осознаешь, то ты сам себя пугаешься, и у тебя сразу же наступает покаяние. А вопрос такой, Наташа, расскажи, вот какая основная мотивация была у тебя лгать? Для чего ты это делала? Ну, чтобы свой интерес, моя цель, чтобы была достигнута то, что я хочу. Она какая бы ни была ложь, это все равно ложь от дьявола. Во спасение, правду. То есть, или оправдание. Да, или оправдание, это то же самое, ложь. Вот, допустим, даже у меня в школе дети пошли, я не хочу их отправлять на карнавал, да? Мне приходится звонить в школу, это было еще до уверования. А дочка у меня, мне надо лгать, чтобы не отправить ее на этот сатанинский карнавал, что она болеет. Ну я же лгу, лгу. И меня это очень задело за душу. Ну хорошо, а как надо сделать так, чтобы не солгать и в то же время не пустить, ну, сделать так, чтобы они не пошли? Как бы ты сейчас поступила? Сейчас что бы ты сказала? Она бы пошла бы в школу и все, потому что, значит, она не болеет, я не могу солгать. Ну, карнавал-то сатанинский, ты говоришь. Зачем ее туда пускать? Ну, карнавал, это вот у нас сейчас будет октябрь, вот это вот повиновение усопших, да? И у нас уже пошло такое, что дети как будто изображают ад на земле, и скелеты ходят, дети вырисовывают себя страшилки, вампиры, то есть как будто ад вышел на землю, и это все вот так вот смешно и весело, и дети одеваются, им это нравится, они же это не понимают. А это как раз самое натуральное беснование у детей начинается. Но у меня дочка, слава богу, она не рисуется ничего, она пришла и ушла, но она должна присутствовать там. Там приходит католический священник, там проходится у них религион, что-то говорят там тоже. Как бы Черная пятница, да, у нас поминовение усопших. Хэллоуин. Вообще безумие какое-то. То есть это обязательно это миновать никак нельзя, да? Никак нельзя, никак. Иначе заберут детей и все, и будут их воспитывать, либо сделают из них шизофрениками, как у детей баптистов делают. Они забирают, и психолог работает с этими детьми. Я ничего не могу сделать, закон такой. Ты не можешь отказаться. Жестко. Здесь право, детское право есть. Не только наше право родителей, но и право. На территории школы ребенок обязан исполнять то, что ему говорят в школе. Он не может сказать, я не хочу. Если он такой твердый, если ему будет 10 лет, и если он научится отстаивать свое мнение, сказать, я не хочу, я не буду, то есть это меня так родители не учили, да, тогда ему какой-то это плюс, это наоборот, это поощряется, что он умеет отстаивать свое мнение. Но этого, правда, мальчика все равно берут на учет. Что он вот такой вот выделяется. Не такой, как все. И это их больше раздражает, что он не такой, как все. А надо было, что как все. Да. Не все у нас так плохо еще. У нас посягнуть на такую свободу даже в голову не придет, как заставить. Не пусти, заставить идти обязательно мероприятие, ты вообще. Ну вот у нас еще здесь другое есть. Вот, допустим, это самое. Есть личное пространство ребенка, да? Вот у меня вчера, у нас семья знакомая, до того дошли, что родители разводятся из-за того, что детей начали делить. И это мусульманская семья.
То есть немецкая мама или англичанка, дети ее хотят общаться, допустим, с моими детьми, да? Я не могу им запретить. То есть я должна открыть дверь и пустить ее, чтобы они игрались, как хотели. Либо дети мои, если захотят пойти в гости к ней там, делать, что они там захотят. То есть это их пространство, я не могу претендовать на них. Как бы я рожаю детей, я их воспитываю, но я на них как бы не претендую. Не имею права даже претендовать. Поэтому такое время у нас. Очень тяжело воспитывать детей, очень тяжело здесь. Единственная страна, где можно воспитывать детей, это Греция. Там нету ювенальной юстиции, и там воспитание намного лучше детей, особенно для верующих семей. Да. Евангелие от Иоанна 8:46-50. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Это вот кто не слушает Слово Божие, не внимает, тот не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему: не правду ли мы говорим тебе, что ты самарянин и что бес в тебе? Тут не правда, что ты типа еретик и что бес в тебе? И Иисус отвечал: во мне беса нет, но я чту отца моего. А вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Толкование. Они сами себя называли сынами Бога. Он говорит: если вы сыны Бога, вы, конечно, должны ненавидеть грешника. Если и меня, которого ненавидите, можете обличить в грехе, очевидно, ненавидите меня справедливо. Если же никто не может обличить явно, вы ненавидите меня за истину. Называли его... Вот интересно, да, вот я просто... Как бы Иисус говорит: если вы сыны Бога, вы, конечно, должны ненавидеть грешника. Как бы это само собой разумеется. Да? Получается. Ну, то есть он как говорит, если... Ну, это он поддерживает. Так. Называли его самарянином, как нарушителя иудейских обычаев, например, субботнего покоя, так как самаряне не соблюдали в точности иудейского закона. Обеснующимся называли его, может быть, подобно тому, как говорили, что он и бесов изгонял силу князя бесовского. Лука 11:15. Ибо все, клеветавшие, что он изгонял бесов силу Вельзевула, говорили, что он имел в себе Вельзевулова беса, которым и совершал чудеса. Кстати, интересно, откуда они взяли вот это слово Вельзевул? Там он есть где-то в Ветхом Завете? Никто не смотрел? Покровитель мух переводится. А, вот, есть, смотри, много где. Это царство. В египетской еще, да, в Египте был такой покровитель мух. Что-то подобное есть в исламе. Вот у них, когда рождается ребенок, они нарекают ему имя и 7 раз кричат на ухо. Королей мух зовут. А как он открывает их помыслы и пожелания, то, может быть, считали его беснущими, потому что думали, будто тайны сердца их, открываемые ему, были бесами. Как же он чтит отца, вступая за него и не позволяя убийцам и лжецам называться сынами Спасителя истины? Вот это священникам надо сегодня дать. Не позволяя убийцам, благословляет на убийство. И лжецам лгут. И называются сынами Спасителя и истины. Вы, говорит, бесчестите меня за то, что я чту отца моего, поносимого вами, так как вы клевещете, что он отец ваш. То есть они, когда его называют своим отцом, они клевещут. Но если я не отомщу, не отомщаю за себя, а переношу обиды, вы не думайте, что эта обида останется без отомщения. То есть угрозу ему дал. Есть отец, который накажет за такую обиду, наносимую мне, потому что я вступаю за него и не позволяю вам называться самих себя сынами его.
Сразу вспомнил я Игнат Тихонович, когда он говорит, предупреждает прям, говорит, ну не трогайте, говорит, меня. Все, кто, говорит, трогали, там умерли или еще что с ними случилось. Там, вы, говорит, за это заплатите. Он их предупреждает из любви, потому что он знает действительно, что происходит с людьми-то после того, когда начинают его трогать. И вот он здесь говорит, что есть ищущий и судящий. Есть какие-то вопросы по этому месту? Кому что сказать? Ну, видишь, вот немножко, может, не по теме, но скажу. Сегодня покровские были празднования там у нас в Омске. Я там со священниками говорил. Евангелие мы раздали. Мы почти все Евангелие, что было, раздали. Очень хорошо люди брали. Пловом там всех накормили. Три казана огромных. Узбеки или кто там, таджики делали, всех накормили, там народ, короче, утешался сегодня. Ну, языческие гуляния, понятно, это все было. И вот я решил сегодня, ну, испытать, что ли, не знаю, искусить ли в хорошем смысле слова. Подхожу под благословение к знакомому священнику и говорю, честный отче, благослови во имя Господа Иисуса Христа, изгнавшего торговцев из храма. Он такой раз, на долю секунды такой задумался, и потом говорит, не знаю такого. Понимаешь? Я говорю, как это вы не знаете, батюшка? Вот. А второй священник, ну, то есть, по сути дела, я не знаю, отрекся он, не отрекся. Ну, то есть, как-то так. Обманул, так он отрекся? Он отрекся? Да, он отрекся, он действительно отрекся. А второй говорит, аминь. В следующий раз, когда подойдешь ему и скажи, кто отречется, то вот эти слова ему скажешь. Ну, пускай он думает сам. А второй сказал аминь и благословил меня. Вот так вот. Да, интересный случай. Да. Сегодня был насыщенный, благодатный день прям такой. Ну вот. Ну вот тебе и открылось, кто в ком. Да, я знаю этого батюшку, мы ходили на занятия, еще Феодосий, когда жил митрополит там, он готовился к священству, подкаблучник такой жесткий у него, там матушка рулит в семье, я его знаю хорошо. Потом я его недавно видел, как он крестит, в кавычках, то есть буквально там стоит взрослый человек, чаша вот эта, ну, известная вот эта софринская знаменитая чаша. Там только, может, младенца и можно действительно покрестить по-настоящему. Вот, еще то маленького. Да, да, да. Ну вот, то есть вот я видел, ну ничего ему, я тогда ему ничего не сказал, поскольку, ну так получилось, что я отошел. Вот, а сегодня я его встретил, и вот так я решил, думаю, сегодня испытаю вот так, скажу такие слова и пускай. Но это же правду я говорю, так и есть. Вот, и вот так получилось два. А третий священник, он меня хулил сегодня, прям меня клеветал на меня страшно. То есть я хотел вывести его на Малахию, 3 глава, и только хочу достать Писание, и он прям его как понесло, давай меня крестить, изыди там, сатана. Что только он мне не говорил, какие-то слова только удивительные в кавычках не говорил. Все, потом мы разошлись с ним как бы, да. И потом через полчаса ко мне подбегает и прощение просит у меня. Ну, тоже он знакомый, я его знаю хорошо. Это мой вообще первый священник, с которого я начинал так называемое воцерковление. Вот, и просение давай просить, там, как бы вот так вот. Я говорю, да, батюшка, я как человеку к вам, вас люблю, как бы, да, я знаю, потому что вас все. Но как к священнику, у меня есть к вам вопросы, и я хотел их озвучить. Вы уж там как бы это, ну, как-то так, по-мирному, короче говоря, мы... Ну, то есть он к перемирению подошел, то есть я на него-то ничего не держу зла. Ну и так как-то примирились мы. Вот. Но Писание, к сожалению, не рассматривали, потому что он там начал рассказывать о чудесах. Знаешь, вот такие чудеса какие-то. Там чудо произошло, там чудо. Господь вот нас вразумляет, священников, чудесами, там, знамениями. Вот на этом все закончилось, как-то так. Да, ну это прям знамение тебе сегодня, ну тебе прям показали. Ты только Писание хотел начать, видишь,
Тут сразу... Да, да, и он... Дьявол просто, сразу дьявол. Он забесновался, он реально забесновался, вот представь себе. Да. Это как мусульманин, это на флоте тоже вот случай был. Мусульманин реально бесноватый, сильный такой, прям жесткий. Он там на командира кидался, угрожал командиру корабля своими там дружками, как сказать, с суши, с берега, да, как сказать, с земли. А мы жили на корабле, вот. Ну и он такой один раз подходит ко мне, а у меня гиньоновый братья, маленький Новый Завет всегда был в рундучке. Рундучок, ну это там такой как бы свой шкафчик, вот он там лежал. И он открывает бесцеремонно такой и говорит: что это у тебя, типа, ну. А он у меня старший призыв там. И так щеки надувает. Я говорю: как что? Это говорю, Новый Завет. А он взял в руки вот эту книжечку. Что, говорит, это? Я говорю: это Новый Завет, говорю. И он, знаешь, как ошпаренный, его отбросил от себя и давай какими-то своими там мусульманскими словами ругаться, и плеваться, и ругаться. Ну, тоже забесновался, короче говоря. Вот такое тоже было. Я не забуду никогда его реакцию. Да это не беснование. Им запрещено брать православные книги в руки или читать. Это как кощунство, как прокаженный потом будет. Ну как не беснование? Это беснование. Конечно. Он да, себя повел именно как бесноватый, понимаешь? Ну, я видел мимику, все, вот это вот дух, понимаешь, я почувствовал дух. И он очень был изворотливый и лживый. Вот, и с ней, понимаешь, вот он много пакостей делал вот, на протяжении всей службы, и вот так демон так делал, что он всегда выходил, как знаешь, ну все знают, что это он сделал, но как-то так все сделано было, обстоятельства так складывались, что он как бы все равно безнаказанным выходил, и я всегда видел, вот, что это демон ему помогает, я это чувствовал, и он ко мне все время подкапывался. Всю службу. Вот когда я, например, блюду себя, там, причащал, ну, я иногда ходил там, исповедовался, причащался, все. И он не смог ко мне никак подходить. То есть он чувствовал, вот, что благодать защищает. Но когда я слабину давал, какие-то там послабления себе давал, тогда он подходил ко мне. Вот. Тогда он подходил и там пакости мне тоже делал. Он реально вот, ну, прям такой вот, он движимый был демонами. Есть же обеснование на уровне целых народов. То есть вот это, допустим, вот ислам. И все, у них на уровне огромного народа обеснование. То есть каждый содержит, вот кто принял вот это учение, бесноватый вот по этой теме он становится полностью. То есть это дух Антихриста. К сожалению, это так. Истинно, истинно говорю вам. Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему: теперь узнали мы, что бес тебе. Авраам умер, пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. То есть, он говорит, кто соблюдет слово, он же не сказал, кто соблюдет слово Божие, тот увидит смерть вовек. А он говорит, кто соблюдет слово мое, тот не увидит. То есть, и они на это им что-то, о, теперь мы узнали, что в бес тебе, типа, вот ты, типа, себя Богом возомнил, такие вещи говоришь. Только, знаешь, это, прелесть, гордость и прелесть. Как бы это они ему сказали здесь. Кто соблюдет слово мое, то есть с верою соединит и жизнь чистую, ибо тот только истинно соблюдает учение Господне, кто имеет и жизнь чистую. Такой не увидит смерти, которой умирают грешники, предаваемые в будущем веке бесконечным мучению и отпадающие от истинной жизни. Вместе с тем дает и знать, что если соблюдающий слово мое не умирает, тем более я. Зачем же вы хотите убить меня, над которым смерть имеет так мало власти, что я даже и другим дарую истинную жизнь? Вот я могу представить, что идеи в этот момент иудеи почувствовали, когда он говорит, кто соблюдет слово мое. Он ведь тут нагнетает. Вот это прям видно. Христос, он нагнетает. Ну вот, ну явно видно, вот это просто. То есть он говорит так, потом говорит, как человек, он как Бог. И какой-то момент нагнетает, нагнетает, нагнетает до того, что они его хотят убить.
уже непосредственно прям берут, все, их злость начинает. Или как Стефан, когда исповедовал ту веру в Христа, то есть он говорил, говорил, говорил про Авраама, дальше, дальше, и потом вы, говорит, это те люди, кто это сделали, вы, говорит, его распяли. То есть он настолько надул, что они прям все его побили насмерть камнями сразу же. Ну, видишь, в Апокалипсисе же как написано, что именно, помнишь, святые, пятая печать снята была, они под, у престола там, или там за, под престолом, не знаю, как-то написано. Да, стояли и моли, Господи, доколе ты не мстишь за кровь нашу? Он говорит, подождите немного, еще зайдут ваши братья, ваши сотрудники, которые будут также убиты за слово. Да, понимаешь, да. Это дух Стефана. Ну вот так дух ему внушил так сказать. Он не мог по-другому сказать. И ну, за слово что... именно они и убивают. Движимые духом лжи, духом лукавства. А это как раз и дух человека убийства. Они не могут не убить. Дух лукавый именно так движет, чтобы убить. Но вы приступили к гору Сиону, к граду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Это вот самое место, которое всех сектантов обличает. К торжествующему собору и церкви первенцев. Вот это, Стефан. Написанных на небесах. И к судью всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. И к духам праведников. То есть они же не молятся святым. Еретики, сектанты. Они не знают церковь первенцев, к духам праведников. Тут же понятное дело, что и вы приступили к гору Сион. То есть как мы приступили это к Богу живому? В молитвах и к духам праведников. Вот они, достигших совершенства. Вот и показано, из чего церковь состоит. Это Бог живой, небесный Иерусалим, тьма ангелов, то есть ангелы света, торжествующий собор, церковь первенцев, то есть это все мученики, написанные на небеса. И вот те, видимо, это и пророки, я так понимаю, тоже. Потому что они были написаны. И к судье всех Богу, ну, Бог понятно, и к духам праведников, то есть кто праведную жизнь свою прожил, достигших совершенства. И ходатую Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Это место вообще никак сектанты никак не могут перешагнуть, это все. Это просто печать на них ставит. Они потому что не приступили ни к чему этому. Смотри, тоже Откровение, пятая глава. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Вот точно, точно, точно. Вот это надо сейчас забью. Я тут это, ну, сейчас делаю себе для беседы с адвентистами. Это все надо. Я когда пятая там глава Откровения. Я думала, что такое фимиам. А потом мне как-то в уме пришло молитва. Я даже не смотрела толкование. Я такая сама себя спрашиваю, что это такое фимиам. Я даже еще не услышала на канале Игнатия Тихоновича, как он молится. Вознеси нашу молитву, как жертву, хемию, благоухание, приятное тебе. Как фимиам. Угу. Я думала, что это такое за фимиам. А потом, читая дальше, это самое, это молитва святых. То есть, да, там объяснение, то есть молитва. Угу. Восходящее. Какое прославление как дым восходит. Да, да, дальше прям можно прям вот кусок, вот эти куски брать и в молитве использовать. Вот. Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков.
И четыре животных говорили аминь. И 24 старца. Кстати, четыре животных говорили аминь. Это что, какое толкование-то? Никто не помнит? Только что хотела спросить. Евангелисты, они же это... Лев, ну, как бы да. Телец, и там еще есть где это самое... В Ветхом Завете тоже там свидетельствуется, я не помню, у кого из Илия или у Закрит. Там тоже говорится о четырех животных, о четырех ветров. То есть это уже в Новом Завете, это апостол евангелист. Это Кисарийский, как там? Феодорит Кисарийский. Это вот и Данил Сысоев использует вот толкование, если я не ошибаюсь. То ли Феодорит Кисарийский, вот там очень хорошо рассмотрено вот именно откровение Иоанна Богослова. Очень интересно, очень как-то вот так прям содержательно. Угу. Можно либо книгу почитать, либо саму отца Данила послушать на Ютубе. То есть четыре животных, это четыре евангелиста, надо понимать. По всей видимости. Угу. Интересно, да. Так. Так, ну что, братья, больше не будем, перейдем на молитву. Хватит сегодня. Сегодня хороший день у всех был. Так. А Игнат Тихонович про покров рассказывал, да? Или кто-нибудь сегодня рассказывал? Нет, что-то я не помню этого. Ну, то, что вообще покров-то это, ну, этимология-то праздника самого, совсем такая интересная. Это же славянские племена напали на Византию, ну, хотели напасть, флот целый шел. И тогда греки взмолились, типа, избавь нас от варваров. И буря разметала этих всех славян в клочья, там, не знаю. Вот и покров, ну, то есть, покров над Византией был от славян, А в итоге, то есть, славяне, именно вот русские в основном, и этот праздник-то и вспоминают. Да. Как-то так интересно. Да-да-да, у них там этот покров не празднуется особо, там что-то. Так, ну что, помолимся. Вечерние молитвы никто не хочет почитать. По желанию спрашиваю пока. А у меня под рукой нету, я бы, может, и прочитал. Нету там, далеко искать. Если хочешь, Виталий, я скину сейчас здесь чат. Ну, давай.